Так, сейчас все запускается, все работает. Сейчас посмотрю статистику еще. Ага. Так, ну что, статистика. Скилл Dota 2 Haven и Skill Gaming в этом раунде они каждый проиграли по одной и выиграли по одной. То есть от этой игры зависит, кто дальше проходит следующий раунд. То есть все напряжение буквально сконцентрировано на этой игре. Так как если парни выигрывают те или те, то они дальше проходят раунд. То есть дальше могут побороться и могут. А, кстати, они оба проиграли. Знаете кому? ДВТ. То есть... Don't waste your time. Don't waste time, вот. Они могут отомстить потом. А хотя, зачем месть? Ладно, мы отвлеклись. Баны. Dota 2 Haven. Они забанили Крабу и Абадона. В свою очередь, Skill Gaming убрали Ивокера и Эмбер Спирта. А, кстати, с вами Манагер. Я буду транслировать АМ Лигу номер 11. Раунд 5. Всё. Поехали, сейчас пики начнутся. И... А, кстати, в прошлый раз, видно, Матрица не смог играть. Ну, капитан. Поэтому вместо него пикал Кураж и Стэнди наиграл на его месте. Получилось не очень хорошо. Парни проиграли. Но, видно, он пришел обратно, Ротрули его в тройкаточке. Там Прибалтику выиграл. Ладно. Пикнули, что он Спирита. Парни недолго думали, Кана и Дазвал в ответку. Давайте, второй пик от Dota 2 Haven. Какой будет он? Я без понятия. Парни просто заготовочка. Мне кажется, это саппортик будет такой. Давай, саппорт. Нам нужен саппорт. Это саппорт! Я Ванга. Просто Ванга. Просто отгадываю. Вот это так. Ну это... Повезло. Сейчас баны идут. Пошли баны. Кого же? Кого же Сансет уберет? А, он брал Гулю. И сразу же вайп... Просто... Radiant Team Ban. Матрица у него... О, он пока ехал домой или что? Почему не было на той прошлой карте, первой, которую я комментировал? Может ли пока ехал домой, он... Вычисляю, кого же взять? Кого же взять? Кого забанить? И просто... Им бан предоставляется, два бана, и они сразу же... Он... Матрица сразу же банит как раз, вот так и вайпера. И просто Skill Gaming такие сейчас сидят и... Что? Это слишком быстро, парни. Это для стримеров слишком быстро, чтобы понять, чего пытается. Но понятно, нет, инвокера здесь не будет. Вайпера не по этой причине убрали. Расту, я помню, что Мик на ней очень любит играть, и у него получается играть. Он может выиграть. Забанили Дума. Ну да. Как бы Дум здесь, если на Ликана Дум это, или на Нюксада, что уж саму накинуть, я, это минус персонаж, это... Игра может кончиться, ну, партия идет 4 на 5, тогда если Дум успевает накидывать Дум. Взяли Миксаж. А что так не быстро пикаете тут до хрен? Неужто вас пик смутил или бан? Опа, все, поплыли парни, поплыли. Хотя, не знаю, может решили обговорить пару моментов. Ну, с банами они прилились так четко сразу. Так, сразу. Минус Раста, минус Вайпер. Так. Кимберсоу, я слышу, это да. Кимберсоу. Парни, вы меня радуете. Я люблю этого персонажа. Я очень люблю этого персонажа. Правда, за него играет... Ну, играть умеют единицы. Вот реально. Не очень много народу может на нем отыграть. Ну, я вот не знаю. А я Млюгу просто не знаю. Я говорю про пабы. Пабы. Да даже на Star Wars не все за него. Ну, Star Wars, Star Series. Даже на Star Series за него... Не умеет хорошо играть. Ладно, давайте. Что пикнуть еще? Дополнительное время пошло. И что это у нас? Ну, друзья, ждем. Надеемся. Верим, что будет катка интересная. Ну, давайте. Мы никуда не торопимся. Не надо завтра рано. Это Лоэн Друид, народ! Офигеть, я думал таких, кто умеет играть на нем на М-лиге единицы. И вот эта единичка попала в команду Skill Gaming. Если ты ищи. Нет, это Лоэн Друид хард. Хотя. Да, это хард. Хотя я пару раз видел, как Лоэн Друид шел в лес на цеме. Это было очень давно. Очень-очень давно.
На чем я остановился? А, завтра не надо рано вставать. Так что играйте сколько хотите, парни. Хоть час, нет, два не надо. Я уже устану комментировать. Час, да, на час затяните интересную катку, сделайте, я буду рад. О, что? Огр мат? Парни, вы когда про него вспомнили-то? Интересно. Ну, Матрица, в всяком случае, потому что этот герой, я не помню, за буквально, ну, сколько стримлю, я отсел один раз видео, чтобы его взяли, реально. Сколько раз бы я не стримил, один раз сел. Это жесть. Это капец. Это фурор. Ладно. Это все. Ну, давайте. Кто еще? Друзья. Ну. Ждем. И это. Ну. Ну кто в бан-то летит, друзья? Просто неохота ждать. Охота увидеть игру. Ладно, тогда... А, гирокоптер. Не захотели гирокоптер, это их право. Ладно, тогда я воспользуюсь тем, что парни долго банят, долго пикают. Отойду буквально на... Ну сколько, клянусь. Клянусь, отойду на 2 минуты. Зуб даю. Хотя пока здесь. Сейчас пятый бан увижу и пойду. Отойду. Давайте, парни. Кого? Кого? Ну кого мне не хватает? Кэрри? Ну, Веника забанили. Они рассчитывают, что... А, они рассчитывают, что друид мид. Ясно. А почему бы и нет? Фармить он сможет, правда, с гангами облом. Ну ладно, за то, что он спирит не быстро расформится. Они рассчитывают, что там, типа, нюкс хард, да. У меня другое мнение, у парней свое мнение. Все остаются при своем мнении. Ладно, все, я отойду. Буквально на 2 минуты от силы. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Все, я тут. Так. Сейчас проверю стрим. Он работает ли? Одно из правил моих главных. Да, все работает. Все отлично. Давайте. О, Винга. А, да, получается. Лон друид мид. Да. Парни были правы. Нюкс на харду. Вот и все. Вот и все. Мы поняли их. Сейчас, блин, надо. Эй, вату. Сейчас, подождите. Тут снова что-то кровь из носа пошла. Не знаю из-за чего. Даже вроде давления нет. Ну, ладно, бывает, с кем не бывает. Он поближе к себе вату положил, чтобы не каждый раз отбегать. А вот рядом лежит. Начался замес. И у меня потекло. Раз, тихонечко взял и все. Да. И кого же вы пикните, друзья? Ну? А хотя у парней еще 1,5 минуты. Я на их месте тоже посидел, подумал, поразмышлял. Куда торопиться? Ну, придут ли к общему мнению они в итоге? Ну, все, я тут снова и там свернул, посмотрел, как дела на Твиче. Как-то получилось так, что за прошлую игру у меня 16 просмотров. Ну да, ладно. Лай! Офигеть, вот эта каточка сейчас будет! Что сейчас будет твориться, Лоу? Я вот не знаю, сори, блин, сейчас отключу динамики. Бабы. Так, динамики я отключил. У вас сейчас залагало. Я согласен. Блин, сори. Все, сейчас. Не все за него. Ну. Вс,
Что у вас тут было? Так. А, да, Сэнди, получается, он на миду играет. Если мы помним по прошлой игре, он на мид пойдет. Сенсет саппорты. А, что? Версус идет на хард. Что у нас вообще по лайнам со стороны... Так, так, так. Что? Как? Где? Какого черта? Получается так, что... А, ну, Кураж Харт, это ясно, Сэнди мид, да. Кураж Харт. Даник на мид пойдет? Огромагом. Я бы уж Леон тогда ходил, но я не думаю, что так весело будет. Так что... Так, пауза, пауза, пауза у парней. Валф, если мы помним, недавно на кэрри играл. Но его вроде на харду переделали. Благос... Я помню, что Кураж вроде на харде был, но в последние времена он на кэрри играет. Вот перестановочки такие небольшие. Кстати, good luck. В прошлой игре я забыл это сделать. Блин. Картинку убрать. Я чуть не забыл. Вот чуть не забыл. Да. Я идиот. Сейчас все реально зависит от этой игры. Кто победит, тот и выходит дальше в раунде. Вот и вся логика. Гоу, гоу, гоу. Неинтересно, у этих парней кто идет на мид? Матрица идет на мид. Ясно. Даник решил поиграть на саппорте. Такие универсальные герои, может быть. Хотя нет. Что-то не то. А, они пошли гангануть ни разок. Здесь на хард пошел от репла. Я не знаю. Кого-то либо... Ну, эти намеренно пошли на хард, потому что, представляете, какой дэмэдж... Кстати, мегакэрри. Давно не видел. Давно не видел. На профессиональной доте арене за последние 2 недели точно не видел. За последний месяц не видел. Ну ладно. А, сразу же качает чилинг тач, понятно. Здесь сразу станчик, здесь текст. Вот, наконец я увидел Dota 2 Хейн, хитрецов, которые вот здесь прячутся, ждут, потом выходят и крошат лица. Ой-ой-ой-ой-ой, вау-вау-вау-вау. Вау. Куда ты залез? Я ж тут мог забрать. Тут столько станов. Ты просто будешь материться и плакать кровяными слезами. За что? За что так много? Ну ладно. Отчаянные меры требуют отчаянных решений. Ой, отчаянные... Что я несу? Я уже сонный. Что там было отчаянных мер требует? Отчаянные условия вроде? Или как? Не помню. Требует отчаянных мер. Вот так. Эх, не застопил слегка. Не застопил. Не застопил. Ладно. Поиздевались хоть. Вот парень. Между так ровно пробежали. Жду ФБ. Парни, жду ФБ. Ой, ну, а хотя тут убегать-то нечем. Хекс. Бьют. Лоу! Ты еще к деревьям подошел. Вообще идеально, друг. Подошел к деревьям, чтобы тебя убили. Весело. А я про прикол вот. А, трос будет постоянно везде бегать и убивать, между прочим, мне кажется. Они решили вот так поделать. Ромищи такая троица. Она будет сейчас бегать и убивать по КД. Просто-напросто. Ну, это минус. Минус, конечно же, Сэнди. Если он сейчас не почует западню и не уйдет. Он уходит за руной. Это его и спасает, лол. Лол, это его спасло. Как Миг здесь остался по-хитрому? Нет, его сейчас не больно не поймают. Мечтать не вредно, друзья. Хотя почему бы и нет? Нет, это уж слишком. Что у нас на топе? Ну, блин, ну, надо гангануть парня один разок хотя бы, а то он обнаглеет сейчас. Там морда просто-напросто обнаглеет. Что ты запалил там? Ну, друг, у тебя хекс скоро кончится, я бы на том месте так не выёживался. Они не ждут. Лоу, кончился хекс, тебе жопа, парень! Хекс. Челентач бьют. Двоечка бьют. Хилочка, пытаюсь спастись, но не получается, и тут. Нет, и ушел. Ушел. Не получилось. Эх, подошел бы Даник вот так чуть пораньше, сразу же побежал бы. Он задержался здесь слегка. Слегка задержался. Это сыграло, как бы сказать, на руку Сэнди. Он смог спастись.
Ваут загребает от всех разных саппортов. Конечно же. И ему тут, я не знаю, как он будет стоять. Ему тут не фармить, ничего не дают. А что у нас тут? Ну, Версус против Куража. Ну, это не... Ну, это... Не, ну, парни, ну, парни. Кимбер против... Напросто Ликана. Это уж слишком. Ну, все, палят, палят. Как бы грамотный центр, но как бы не засветить еще и пол. И, ну, как бы, не пол, а... Нет, как ты это назвал, неправильно, не пол. А, отвод. Не засветить отвод. Как делать это? А, все, поставили, поставили. Ровно не видят друг друга в центра. Что у нас тут? Ну, нагнетает Кураж, конечно. Ну, ты бы подошел вот сюда и заюзал. Ревент. А, Фриленд, да. Что я несу? Фриленд, да. Фриленд, да. Ладно. Выманил. Ну, давай, матрица. Опа, выманил. И могут сейчас делать минус. Ну, парни, ну давайте, понаглее чуть-чуть, и вы делаете минус, потому что у этого друга станк был в откате. Я сомневаюсь, что за 3 секунды бы он выжил, если бы вы начали переть так здорово. Ладно. Ладно. Это фаскап. Здесь ошибки как раз и надо совершать. Я ПТС теряешь, но ошибки надо совершать. Ну, этот центр вообще тут все видит. Как бы вот здесь может даже не ходить друг. Потому что обычно вот здесь встают, потому что вот это дерево скрывает от вижена вот такого прямого. То есть кто отсюда ее не увидит, кто вот так обходит, не увидит, парни. Как бы он может вот так выйти и гангануть. Но этот центр по-хитрому поставлен. Так говорят, типа, надо гангать. И они гангают, это минус. Минус матрица. Парень доигрался. А саппорт, ну, а здесь просто поставили, посмотрели. Ок, ладно. Ладно. У нас на боте. Ну, как я понял, Версус не очень ему приятно стоять тут. Кураж ему так испортил настроение основательно. Так, на топе. Вау, гангают, пытаются еще забирать и нет. Да, забрал, конечно же, миг. Смог. Здесь там. Если промахнется, это лол. Нет, не смог заманцевать грамотно. Эх. Убил сансет хилочкой. Если бы чуть-чуть еще заманцевал, он бы выжил. Преследует. А тут лоу карапасов-то нету. Вот у парня скорость. Друг. Да. Информация делает свое. Если бы он знал, что у него карапаса еще секунд 12 не будет, и еще плюс, то что у него маны толком нету, он бы мог его преследовать и убивать. А так, информации нету, ганга нету. Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Чуть-чуть не сказал Римом, что за бред был бы. Ладно. Что у нас на топе опять? Ну, парни, я думал, куда поактивнее будет. Честно. Рассчитывал на более активный атак. В среднем по киллу в минуту. Да. И то. Такое ощущение, что в одну сторону слегка. Заходит, конечно, матрица тут. Тут можно забрать Сэнди. И его забирают! Его пытаются забрать, его, во всяком случае, Хекс. Лоу, корни прокатили, этот просто забить. Еще и убегает, еще и сейчас корни. Давай, тычка, да, забрал. Ну, забрал, ну, надо поболеть, потому что кто-то убегает на лоу хп, надо его добить. Так, ну, как бы, уже тут аркан, уже 7-й. Как бы, я рассчитывал, что через минуту это все будет только. Ну, ладно, через полминуты, если честно. Сжигает просто-напросто ману этот нюкс, гаденыш Ноксвиль. Так что не очень весело. Вау. Стан прилетает, но. А, у парня что-то. Ну, с другой стороны, что он сделал? Стан прилетел, но там. Правда, жук далековато был. Так бы он накидал. Давай, иди на бот, друг. Иди на бот. Сделай гангане один разок. Чем на мид? Ну зачем? Товарищ. Несут топ. Просто. Valve ничего не могут поделать. Ой, Valve не может ничего поделать. Потому что, ну, просто не получается. Опа, бежит ганг. Бежит ганг от Даника. Парень 7-го. Сейчас ганг может увенчаться очень таким ошеломительным успехом. Минус 3. Правда, кого надо сначала ставить? С одной стороны, тут стану у одного персонажа очень дикий. С другой стороны, тут у всех разом он дикий.
Спасай, спасай, спасай. Друг, нет, не получается спасти. Не получается. Нет, цепляет, цепляет все-таки того парня, у которого есть танк. Забирают, забирают, конечно же, заберут Сансета, но Сансет может убежать. Беги, парень. А, тут хоста. Тут не спастись. Лоу, тут еще и забрали. Нюкса здесь забрал кто? Кто забрал-то? А, Мик забрал. Понятно. Что я без статистики играю? Добито Одинка сразу же, конечно. Лоу. Кураж просто переформил всех. Ладно, ему можно, он должен. 2200, друг, ты на что копишь? На фаса гоним? Или просто скопилось случайно так? Не слыхано, не гано. Раз, и лаудишка. Так, идут на мид. Типа, этот друг копар сделал, если честно. Надо с ним что-то решать. Прилетает, прилетает. Кураж! Ну, что ты ему сделаешь? Ну, реально, замедление кинул, но... Я тут кинули твои тиммейты, так как они тут другого убивают! Отомстили за матрицу, которую здесь поймали все разом. И, конечно же, Сансет еще умрет. Пытался он как-то, я не знаю, среди лесных затеряться, не получилось. Они не приняли его за своего. Ну и при этом они теряют, конечно же, башню еще и на боли. Так что Гауда должна быть на стороне. Да, на стороне скилл Гауда. Ну, хоть Икспа должна быть на... Да, да, на этих парнях. До 2 хэй, но... Не все так хорошо. Вау, я не знаю, вау, вау, по идее тут ганки постоянно происходили, все такое, и он типа в трипле, но не, но не тут-то было, если честно. Его сейчас будут убивать. Лоу, как заебал стан? Красавец. Стан уже собирался лететь, уже такой из руки выходит, и он, да, стан вылетел. Он его уже заебал. Мстят, Сэнди, конечно, парень, типа, какого фига, какого фига? Уж, какого права? Кто право ты тут получил? Замешку получишь сейчас 300 голды. А вы что, еще и замешку не получите, голдишку-то? Друзья, вы вообще... Давай, 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 преследуй, преследуй. Эх, не получит он голдишку замешку. Прикольно. А, нет, получи, слышь? Слышь, народ, давай, давай, тычка. Или ты спаси его. Как развел, красавец, красавец, Сэнди. А на топе произошел ганг. Ну, тут понятно, триплой забрали. Забрали триплой. Так. Валф, я не знаю. Парню надо срочно что-то нафармить. Иначе тут как бы кэрри есть в виде Ликана и Лондруида. А тут, что не есть кэрри, это от силы Шторм. И то по сомнениям. Забирает, конечно же, заберут Вингу. Не-не-не, решил зацепить. Мне кажется, это мисклик был. А хотя почему? И так типа забирает, летит. Пролетел, ну нет, не забрали, не забрали, пытается спастись Мик, у него это не получается, зато Даник ушел. Мика забрали. Нет, Даник не смог уйти, мол! Его забрали. Что у нас тут? Все, опять игра пошла не в сторону Дохэмина, а повернулась милым личиком в сторону Скилл Гэвин. Давай, ожидает, ожидает, конечно, он такой, давай, ну кто, давай. А, крип, ладно, чё ж не, крип-то крип. Так. Ну давайте, несите топ. Проносит спокойно, это гаудишка на их стороне, еще плюс опыт, я уверен. Какой из бласт летает? Блин, ганг бы начать. Тут Рошан уже избирает одна наглая морда, одна наглая харя. Извиняюсь за выражение, конечно, но по-другому я назвать не могу. Отведи волка, молодец. Помни волком. Офигеть тогда. Я был тогда школотенком, я так не делал, между прочим. Я знал, что так можно, но я так не делал. Так, на топе ганг происходит. Зацепили, конечно, здесь тех и забирают нюкса, пытаются Сэнди взять. Нет, но Сэнди они не забирают, потому что тут как тут, Вига кинет стан всегда. Эх, 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 кураж прибыл. Ты пораньше бы, да нет, самый раз пришел, цепляет! Айсбласт попадает, но это ничего не решит. Пытается Валва забрать, но... Нет, это минус. Да, забирает. Забирает, конечно же. Как вы тут парни? Блин, я не успеваю, мне... А, где тут оранжевый? Вот. Прилетает, но в чем смысл? Его станом огревает, и он может умереть спокойно.
А, Дисраку. Вот. Нет, пытается до последнего! Лоу промахнулся. Как так можно было промахнуться? Забирай! Все! Нет! Ладно, зато забил и бегу до смерти. Давай, тычка, еще тычка. Нет, не получается, не получилось забрать. Летит из пласта ровно в нюкс. Нет, не ровно. Ну, нет, умрет пацан, умрет. Тут и урна, тут и все, он должен умереть, а он умирает. Опрокидывает, конечно же, верш. Типа, парень, ты не на ту территорию зашел, друг, брысь. Он понял, да, извините, сори. Я что-то тут заигрался. Хотел X-пулю посмотреть, преимущество. Небольшое, это вообще не преимущество. А вот по голде за скиллы, потому что они пушат такими. Тупо эти две... три вышечки аж. Делали преимущество больше 5000. Ладно. Там по фарму тут нормально. Я не представляю, что они тут будут делать. Тут как минимум орчит нужен, тут как минимум хекс нужен, здесь как минимум все нужно. Ну, 6 золотовый шторм. Офигеть, вот эта скорость, как подкосной. Давай, друг, давай. Эх, уходит. Уходит. Центрили бы сюда, друзья, если честно. Ну, нету. Обидно. Центрили скорее... Нет, центрили, они есть, все-таки забирают! Кто поставил? Я даже не заметил, кто поставил. Врывает. Пытается. Сансета забирает! Да, и он не дает ему крест поставить! Забирает еще и Сэнди просто-напросто! Ему все влетает в лицо! Офигеть. Еще забирает вышку. Хоть как сейчас по гаудишке должно быть. Да, Гор появился. Кто Сентрюль поставил? Что? Леон подошел. Я не заметил просто-напросто его. Зачем? Ну зачем ты когда-нибудь собрал? А на топе пушит. Да, улетает сразу же. Да, это Винга Кэрри. Изы. И все такое. Почему Тандеса пошла без своего бустера? Да, тут типа все такое замечательно. Типа реген. Ну блин, я всегда собирал в первую очередь Ring of Health, а потом уже последним своего бустера от Блустоуна. Потому что логика, знаете, какая? Потому что ты так или иначе разберешь арканы, а чем позже ты их разберешь, ну, в плане будут стоны, тем, мне кажется, лучше, так как мана лишней не бывает. И реген маны не бывает лишним. Нормально, забрал крипов, тут на миду. На миде. На топе, на боте, на миде. Вот так. Блин, в нос говорю. Обидно. Ага. Инвиз работает. Нет, тут спасать некто. Тут это еще и на фидонят. Если бы Даник вылез, бы он бы еще и на фидонил. Вардов не хватает в команде, конечно же, не хватает вардов. Аж 2 сентрюга. А нет, тут нормально вижен, так что придраться не к чему. Ну, тут Даник, конечно же, поджигает всех, но от этого поджига... не знаю, как сказать-то. Как от тычки скрипа. Лоу, попытался ворваться, но не тут-то было, парня поймали, типа... Ну что ты наклеишь, друг, реально? Ты берешь, ну да, просто пытался зайти в спину и гангануть хорошо, но не тут-то было. Аж бегут, аж потыкаются, бегут. Барабаны. Убежали. Ага, ясно. На кого направлена агрессия? Бегут, летят. Нет, улетел, пацан, молодец. На скилле, друг. Все, ушел. Ну, парни, он ушел. Вы это осознаете, когда на топе он появится. Все, а на топе парни помогают, что, блин, понимают, что, блин, фигово. И все, и уходит. Ладно. Ну. И. Ну, Некра тут, да, тут Блудстоун, неужто Блудстоун? Да, это Блудстоун. Если парень еще собрал его в начале игры, счет у него 4-1-7, то есть зарядов у него было бы 7... 15 зарядов было бы, если бы он сразу до киллов собрал. Но это фантастика, это играть фантастика уже. А такой гангающий, потому что физы. Гангающий огром, мне это нравится, мне это уже нравится. Несут. Но это 100% минус. Тауэр носит второй эфирс, ну, второй Т1. Второй тауэр первой линии. И пошли. Все, по голдуле они должны... Да, скоро уравняются. 2500 сейчас. Разница.
опыт незначительный, потому что Синки Лох, я не знаю, почему-то, ну да, много роли играет, значит, такой, опа, обрывается, врывается просто-напросто, все влетает, бедного Тимбера, но не тут-то было, тут Даник еще и помогает совсем, тут еще и, лол, минус, просто минус 3, и потеряли всего лишь Огра, и то потому что один гаденыш тут постарался, нет, забрали, вот, вот наглецы, вот храбрецы, а, забирать все, что видит. Но с другой стороны, Ликан красавчик. Верс просто. Нормально играет. Он несет все. Он заставляет аж Тимберсоу, то есть Куража, отойти на топ. Без него нести будет куда сложнее. Ну попробуй хотя бы поцарапать Тауэр для вида. А то мы тут приходили. И все только. А что Тауэр не поцарапал? А не смогли. Неудачники. Тут Аганимом не пахнет явно. Тут Орчидом тоже очень далеко. Так, стан. Никуда. Парни отходят, нормально. ТПшку делают. Ой, лол! Его могли поймать, реально. Могли поймать. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не хотело, что дай стан. Парни. Хотя, 12 зарядов, парни. Просто-напросто. 18 маны в секунду. Это счастье. Давай еще пару раз так, и все. А какого... А, нет, это и так было 12, я что-то перепутал. Да. Несет, несет так. Ладно. Интересно, попытайся на вал? Нет, он такой говорит, типа, тиммейтам. Гоу-гоу, парни, давайте сами его заберем. Нет, это Хастай, он попытается уйти. Нет, он уйдет. Да, он уходит, он не дурак. Тут еще и помогают так хорошо. Нет, айсбласт слегка мимо, но... Нет, 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 сейвит, сейвит, сейвит. Еще понижение брони, минус матрица, это 100%. Это, нет, нет, матрица еще и живет. Пытается выжить, на миг может откинуться в легкую. Не-не-не-не, все-таки добивает, добивает парня. Не хотел шторма, у которого лоу хп, если честно. Не хватило. Пытается убежать. Бежит. Но это он заманивает больше Сэнди. Потому что тут сзади, посмотрите, какая братва прибежала. Так, все, это минус Сэнди. Спорим. А, нет, лов застанет. Нет, есть. Есть чем застанить. А, еще не раз случайно забрал пацан. Как-то на грани ты был, если честно. Беги на вас, дружок. Да. Игра не... Не для скилл гейм складывается. Хотя вначале все было на их стороне. Реально. Получается, Дон Блохейн не отыгрывали так, как надо. Все, Верс пошел на топ фармить. Ну, как бы вот так и все. Ладно, займусь. Но, если посмотреть под Тауэром, этот Ликан спушил все. Почти все. На миду осталось один Тауэр, я бы спушил вот так и пошел вот так дальше. На месте Дон Блохейн я... На месте скилл гейминг я бы спушил вот этот Тауэр. И потом Версусом фармил, как не знаю что, пытался накопить. А у него и так уже закуп нормальный. Ну, так, Ликан. О, хуй Ликан, Лондруид. Штаймина еще вылетел. Да, весело, весело. Сверну. Ну, давайте, народ. Ждем, надеемся, любим. Да, все, переподключился. Да, что он же, я останавливал. И что он же переподключается. Давай. И. Ну, отжимаем. Ну, рано еще, значит. Так, что мне тут написали? Фигня, фигня. У меня вообще не отвечает гадство. Мягко говоря. Ну, гоу, народ. Гоу. Пошли. Все. Ну, да, что тут думать еще? Верс, он фармит. Парень фармит. Ну, Кэрри его причислять пока тоже рановато. Он, ну, к лику Кэрри, потому что он больше на пуш ориентирован. Парень у него и сахар такой пушащий. Так что, как сказать,
говорить то, что он кэрри такой жесткий, пока очень мало, ну, как назвать-то это? Это слово я забыл. Очень неверно, ну вот так, неверно назовем и все, неверно назвать его кэрри в этой партии. Хотя да, он заносит дамаг, он с руки харасит, но закуп у него не для кэрри. Пошли. Пошли пар... Ну, я не знаю, что они тут. Огр маг с Мидасом. Ну, что напарник побыстрее. Этот чертов огоним. Сейчас он вообще дикий народ. Кстати, сколько... Получается, он сейчас потребляет маны относительно общего количества ман. То есть, у тебя может быть 20 маны, он может... Сколько там? Процентов потребить от нее. Но когда вот у тебя фу ману, лучше не юзать этот скилл, конечно. Fire Blast. Ну, Fire Blast, который там, какой он? Unrefined. Давайте, ну давайте, забирайте, Сэнди-то, давай, давай, нахеливай, давай. Все, давай, все, пусть влетает, ничего не жалко, нет, спасает. Пытается убежать, Кураж. Да, он убегает. Ему тут еще и помогают так дико. Все, минус. Ну, парень, ну зачем ты это сделал, если нечестно? Мне вот... Зачем? Зачем ты сотворил, мягко говоря? Потому что ты мог спокойно уйти, а ты взял фиданул. Просто взял фиданул. А, кстати, может, у него просто кончилось? Может, поэтому? Да, так что мне не следует бросаться такими выражениями. Фиданул, все, намеренно. Извиняюсь, если у тебя там кончилось вендетта и все такое, ты просто слегка не предусмотрительный был. Вот и все. Никакой ты не рак, ты не фидер, просто и это я слепой. То, что не видел, что у тебя вендетта кончилась. О. Поэтому тут куражу-то пофиг. Офигеть, у него брони. То есть ему это понижение вообще ничего не стоит. Так, пытается задефать. Офигеть, тут просто сносит. Опа, ну давай, убейте этого крипа, конечно. Так, он дофига всего сжигает. Тут такая троица собралась. Даже четвером они. Типа, брысь. О, не, у нас тут предъяв нет, мы отходим, мы снесли тар, мы отходим. По экспуле у нас как? За 5000, ну, маловато, но зато по деньгам на экстору начал склоняться. Пора забирать Рошана. Парни, не затягивайте игру до 2 Хейвена, это не вашу пользу. Скилл Гейвен, затягивайте игру, это вашу пользу. Вот что я могу сказать, Миш. Так, ну так, я тоже так, кстати, делаю. Специально, когда за Рошаном идем командой, когда за Тимберсоу, потому что кидаешь чакрам туда-сюда, цепляешься еще к дереву, когда начинают отходить, получается, так, твою магету дерево, а вот, нет, не с ним. А вот к этому дереву, и все. Так. Вот все, забрали Рошана, отходим. Ну, как бы стендрюля оставлять нежелательно. А, им пофиг. Им на самом деле пофиг. Парни почувствовали такую победу. Она недалеко, надо лишь дотянуться, надо пропушить. Но не тут-то было, а тут-то друг фармит. Он дурака не валяет. Сэнди, конечно, он не дурак. Ну и? Ой, блин, старички вы! Сразу, ой, у меня маны нету, у меня хп нету. Надо на базу. Да. Леона форсав. Ладно. Как бы это очень спасет, когда начнут гангать массово. Да, это спасет. Опа, это хекс. Это хекс, 100%. Зуб могу поставить, что это хекс. Давай, цеплять под руку. Ну тут, с другой стороны, тиммейты недалеко. Хотя, может, и нет, он увидел их, он должен был их увидеть. Они как бы охраняют. Ясно, понятно. Все, дымку спалил парня, молодец. Опа, зацепил, летает. Дисплейт Мэйл пытается зацепить Сэнди. Его цепляют, да, и с бластом зацепили, и он умирает. Да, умер. Вау, с другой стороны, здесь БКБшечка. Минус, вау. А, у него уже... А я переживаю, у него же Аегис. Он еще и ворвется и добьет, смотрите. Не рискнул, дружище.
Да ты офигел, слышишь, Ликан, друг? Он просто берет и пушит. Просто спушивает. В наглую спушивает. А друг, а зачем тебе Мидас, между прочим? Мидас ты не юзаешь. Это плохо. Я бы тут вообще всем собрал по хиксуле. Тут два Хейвена особенно. Вся команда с хиксами выходила у меня. Все, начинает зацепили, но этот зацеп не очень в масштабах, я аж в троих, нет, в двоих прилетает. Но это минус миг, да, тут что, догон, уже дагер купил. Так, вау, пытается забрать. Получится или нет? Нет, последнюю ману потратил, друг. Последнюю ману. И тут его еще и деревья зацепили. Сколько у него зарядов у этого? А, он самоубийство сделал, ясно. Он сделал самоубийство. Это он грамотно сделал, это он правильно сделал. Я даже придраться не могу, ничего. Что у нас у вражеской команды есть? Я думаю, это неинтересно. Нетворс, вот, поинтересней. Так, а у Леона там еще огоним-то не высвечивается? Нет, не высвечивается. Да, это Кэрри, подруга. Столько скиллов заиблейдить можно. Да тут все скиллы, БКБшку собираешь, Ликану, и он всех разогнет, если честно. С другой стороны, они могут ловко выманить его БКБ и все. Пиши пропало, если начнут наступать после использования БКБ. Летает. Ой, какой айсбласт-то хороший прямо. Такой отборный айсбласт. Здесь 4-12 лоу, офигеть, вот это счет. Ну, Рошан-то еще не скоро, друг. Еще половина времени только прошло. Блин, что-то спать начал. Клонить нельзя, у меня тут игра. Мне еще потом это все на Твиче выкладывать, потом на Ютуб еще скачивать. Нельзя мне спать. Нельзя. Так. Ну, я сейчас сверну, слегка вас лагануло. Я хочу посмотреть на Твиче информацию. Так. Что у нас? А, ничего. Забирает. Сейчас тут побежал. Ну, ничего не заканчивается. Так, смотрит меня два человека, отлично. Я рад. Сейчас за эти выходные, за этот день я где-то... Нет, на 100% это уж... Нет, захотел кост. Я не знаю, сколько просмотров набрал, но мне пофиг. Я рад, что они и так набираются. Все хорошо. Ну, отнесите мне, друзья. Несите. Мы ждем ваших сносов. И пошло дело в рай. Опа, свапнули куража. Сколько туда всего залетает, но его спасает фортстафом. Лов, это минус, просто минус. Что творит Валф? Ну, он сейчас откинется. Нет, не откидывается, выживает. Вся команда кураж выжила. Лов, и сейчас... Ой, вся команда куража выжила, вот так называем. Лол, кураж всех забирать потом. Некр добил. Выкупается Ликан, в чем смысл, не понимаю. Но хотя он может так угрожать и все. Команда Dota 2 Heaven была просто на палках и выжила. Ладно. Кто заберет Тауэр? Леон. Я бы на его месте ушел. Просто-напросто слинял. Хотя у него, он единственный, у кого есть... Это в чертов гем. И замедление дикое. Хотя у него транквилы, ведь что я несу? Транквилы. Подняли. Пытаюсь поймать, получится или нет. Летает айсбласт прямо. Нет, в одного прямо. Я бы улетел. Нет, лоу, карапасы эти чертовы. Чертовы карапасы. Они уже достали всех разом. Ну и двоих потеряли, и все. Жизнь кончилась. А где еще? Где эта наглая морда? А, вот она, еврейская наглая морда, у которой уже агоним. Просто им нужен 16-й. Реально, 16-й. Чтобы убивать. Я не представляю, как... Пилот с Каспером комментирует посту, как атак в день, еще остаются ведь на Америку, они Америку еще комментируют.
Да вообще забейте. Тут бабочка вырисовывается, если честно. Но очень далеко, очень далеко. Так, что там? Нет, не буду смотреть, не буду. Я смотрю за файтом, я не смотрю на сообщения. Так. Кто мне там что мог написать? Только бы не зря. Твою мать, телефон упал. Ладно, ну. Ну давайте, парни, несите уже, я не знаю, для примера, что ли. А то как-то игра начинает затягивать, по моему мнению. Ну нет, они пошли на бот. Ладно, дела их нет. Можно как бы рискнуть, но если они проиграют Team Vibe, жестко проиграют, это просто ГГ будет. Но с другой стороны, у них столько скиллов, столько брони, тут БКБшки лишь спасают. И то не факт. Пошли дальше. Пошли. Побежал, пацан. Все, неси. Опа, парни просекли такую фишечку. Опа, они-то нам бот пушат. Они такие, ага, они подумали, что мы бот пушим. Мы идем сюда, значит, тогда. Никита, айсбласт. Прилетает сансет, и ему очень неприятно. Такой, блин. Ай, больно. Сейчас они просто смогут запереть противника на базе, он никуда не вылезет. Все, это минус Рошан. Эх, ладно, несите, друзья. Офигеть, такая башка, такая большая лягушечка. С Аегисом это уже пойдет. А вот тут уже и Хекс. С Аегисом два Хекса в команде. Это все, это забейте, это ГГ. Еще и третий вот этому персонажу, это три Хекса. А, у этого вообще врожденный Хекс. Четыре Хекса в итоге в команде будет. Что он вперед? Да, этому парню надо. А сыр подобрал. Да, этому парню тоже надо. Я бы сейчас ворвался. Ей-богу, будет такая возможность. Вау, ку. Так, пошли. Ну и... Ну и... Ну давайте. Опа! Поймали куража, без него-то страшно драться, если честно. Кто ж дамагу-то будет вносить всю? Лоу. Нет, тут есть, конечно, еще один представитель, но без куража это вообще невозможно. Тут игра сейчас будет. Лоу, еще убивает еще. Бабла. Нет, он прилетел обратно, он решил помочь. Он и убивает. Нет, почти убили. Да, добили. Я не знаю, 3 на 2. Нет, 4 на 2 размен. Вот. Вот и все, логика. Ну, парень, ты уж, не знаю, тут перевыеживался вот так. Кстати, погодите, посмотрите, как обходит. Жестко обходит. Все, начинают. Типа, ликана нет, это вообще все хорошо. А парень выкупался или нет? Нет, парень не выкупался. Нет, парень выкупался, оказывается. Нет, не выкупался. Нет, выкупался. Лоу. Бежать, друзья. У вас тут ни маны, ничего. Возвращай давай. Бежит. Нет, зацепили. Но не тут-то было. Ладно. Чё фармит по дороге, а? Вот наглая моська. Ну, блин, у него теперь... Что правильно сделала команда скилла, это так то, что выбило ему эти чертовы заряды. Сейчас ему без этих зарядов вообще жить не жить. Надо было сыр реально отдать лучше этому. Выскажите, Кимберу, вот. Я бы так поступил. Мне кажется, он основную дамагу вносит. Как бы без этого никуда. Побежали. Ну, парни, вы что ли думаете, если у вас не получилось загангать, типа, фарм вам поможет? А почему бы нет? Вся команда вражеская стоит у тебя на базе, а вы пушите потихоньку со всех лайнов, приводите крипочков. Ну да. Идеально.
Айсблас опять сансетом. Он, блин, он только вышел опять обратно. Хитрец. Я бы еще один пошел на его месте. Будь у меня такой. Лол, он же мог откинуться. Да, он мог спокойно откинуться, друзья. Если бы тебя не заивейдил. Будет рами. Вот у парня еще один есть, он может послать еще один. Правда, в этот раз с... Ну, с этот Сань. Я, блин, не успеваю прочитать, у них... А, Сансет. Да, точно же, капитан. Он откинется, но... Не знает об этом, конечно же. Команда Dota 2 Heaven. Давайте, ну хоть кто-нибудь закончите, а то я что-то переборщил, то что играйте хоть час. Не спать охота стала. Спасибо. Чихнул я так. Смачно. Все, у этого парня тоже свой некрат, тоже своя свита. Все, несут. Пора нести. Ну и. Давайте, ломайте. Все, что хотите. Аж двоих. Эх, подбежал Нюкс. Неудачно. Я думаю, пора врываться. И это врыв пошел. Куражай. Это минус кураж. Но он может выжить, если мека будет и Блейд Мэйл. Он выжил. Нет, почти выжил. Он зато успел все заюзать. Что, Лондруид выкупается? Лол, это минус Даник. Просто минус Даник. И минус миг, зря выкупился, друг. Это просто минус. Просто вы нафидонили. Жестко нафидонили. Лол, маны не хватило, и ты подарила Егис им, друг. Просто подарил. Что еще сказать? По экспулю сейчас они хоть как будут отставать. Да, 15. Нет, 15 тысяч идут два хрена миль преимущество, сейчас оно до 10 упадет, а здесь 14 тысяч. То есть, как бы, поражение не такое жесткое, но осуществимое. Ну, такое существенное. Здесь Орч тоже. Понятно, к чему дело клонит. Так, ясно. Давайте, парни, начните что-нибудь делать уже. Надо пушить, друзья. Честно, ей-богу. Я уже устал. Пожалуйста. Ладно, я должен вытерпеть до конца. Давайте, пошли. Тут все зависит сейчас от одного файта. Давайте. Ломайте все. Ну. Ну, парни, ну давайте. Ну, блин, ладно, пусть фармят, пусть все тут делают. Ну, Тлеон такой Рэмбо. Такой украинский Рэмбо. Я надеюсь, я не ошибаюсь, парень вроде с Украины, у него флаг украинский. Украинский Рэмбо. Зайдет под инвизом на пятерых. В итоге умрет от пятерых. Ладно. Ну, я еще раз повторяюсь, для меня в доте нет... Ну, как бы, национальность это так. Просто прилагательное, которое описывает человека. О, пошли, это минус. Минус просто-напросто сразу Леон. Это еще минус просто. Да, парни, вы фидоните, и жестко фидоните, между прочим. А скиллген, вы грамотно этим пользуетесь, молодцы. Опа. Не, он не умрет. Там буквально 100 хпшки, если бы снял еще. Ну да и то 10% клопа. Надо. Ну сколько там? Ну да, 10% это 200 хпшки. Да. Идут пушить. Тут я не пушат. Они просто грамотно забрали пару парней и начали пушить. Это просто молодцы, парни. Умеют. Минус. Влетает. Почти нет, ветрами подняли. Не зацепить ничего. Нет, цепляет все-таки. Саник этого чертового андроида, но не тут-то было, Вава умирает! Забирает, Тимберсо появляется, забирает Дазла. Пытается забрать, да, он забирает, ну парень, ну кто-нибудь, а уже достали, вау, минус! Минус еще. Вы хоть в какую-то сторону чашу весов переместите, а?
Хотя бы спушьте лайн один. Пожалуйста. Пушьте. Ну, пожалуйста. Парни, ну давайте, давайте, реально, пушьте уж. Или вы, или они вас. Тут третьего не дано. Третий это стример ливает. Что? Что ты? Что ты там собрал вдруг? Рапир? Нет, это Сэнди, да. Нет, это Рэнди, я просто от Сэнди, но мне кажется, это зря. Так, летает, летает. Кураж он фармит туда-сюда. Волки, типа, давай, давай. Не, забрал всех волков, красавец. Есть заряды фурны, но особо этого ничего не решает. Готов, готов уже встретить его на топе. А, лоу. Здесь осталось буквально одну тычечку. Тогда так, так будет линия спушиваться. И тут и на миду еще пошли пушить. Я не знаю, как-то отреагировать надо. А, все, некрас сломают. Некрас ломают. Да, молодцы, некрас сломали. Все, теперь будут такие серьезные. Лоу. Крепочки более-менее серьезные пойдут. Лоу, летает айсбласт, но ничего не делает он. Фу, хпшным парням. Хорошо, нас тут меньше минуты осталось. Так, ну, давайте, Рошана забирайте, пробуйте. Ну и Рошана, ну давайте, парни. За Рошанчиком. Какой есть бласт? Ну, Карапасы. Карапасы. Да. Все-таки Карапас это вещь такая жесткая. Пошли, пошли. Ну, тут просто бегает, не находит себе места. Он бедный парень. Бедный Огур. Он уже не знает, кого бить. Так, у Шторма что у нас? Он, ну это, Линка. Это, да, Линка. Ну и что? Рошанчика сейчас прочекают. Блин, я уже такой, я не знаю, тормоз. Просто я сижу, камечу, у меня просто глаза сами по себе закрываются, и я такие важные моменты пропускаю. Не привык организм к трем партиям гейм, это очень я сожалею, ладно. Очень сожалею, но летом вот просто каточки так каточки пойдут. Давайте, давайте. Заберите у этого Рошана. И сыр, и Аегис. Все заберите. Опять Штормин он подпирает, я бы на его месте так поступил. Сыр бы забрал, конечно, этот персонаж, Кураж, но ему некуда. В итоге забирает аппарат. Он просто похоронить у себя его. Побежали, побежали, побежали. Надо гангануть, надо кого-то гангануть. Срочно, срочно. У нас ДД, у нас все. Ладно. Ну и, получается, Шторм собрал БКБ. Нет, не БКБ, он другой собрал. Он собрал Линку, наконец, до конца. Ну, я не знаю, я бы с двух сторон начал пушить. Просто сдавил бы противника, отвлекаться то туда, то туда. Ну и... Начинаем. Давайте, врываемся, друзья. А вот пошел. Я на месте этого друга влетел. А, ждут Тарасочку. Ясно. Тарасочка есть. Я на месте, конечно же, Шторма влетел в самую гущу, получил все скиллов, которые только возможно и существуют. И пошел было. Ну, с Аегиса появился и пошел был ломать все. Грамотно он поступает, отправляет некров на топ. Грамотная тактика, если честно. Он сейчас с двух лайнов будет подпушивать. Вливайся, врывайся, как я и говорил, врывайся, просто привязывает. Хекс дает, все пытается сделать, него все юзает, но при этом у него Аегис. Нет, он даже Аегис не потерял, лол! Лол! Нет, он потерялся. Нет, не потерял! А вот сейчас потерял. Это минус. Версус. Просто минус 3. Винга выкупилась. Надолго ли? Выкупилась, но не на... Нет, Ликан выкупился, но умер.
Нет, Венга тоже выкупалась. Венга, да, тоже выкупалась. Джиджи! Просто этот файт, все перевернули. Просто-напросто все перевернули, парни. Ладно, давайте, все, давайте, не насухи его, что ли. Ну зачем ветрами ты поднял, когда он в Хиксуле? На Старладере тебе бы эту ошибку не простили. Ну и где? Ну и где ГГ? Видно, отменили. Решили подумали, парни, они ж тут лохи под фонтаном. Го их выманивать под фонтан. Конечно, под фонтаном любой лох. Пушьте, пушьте, друзья. Я спать хочу. Это не означает, что я за кого-то болею. Я просто болею за тех, кто выигрывает, чтобы они побыстрее все сделали. Ладно, давайте. И на топ перед. А, все, мега крипы. Все, мега чертовы крипы. Ну и что дальше? Нести мид, как я понимаю. Все, отключился уже. Парень психанул. Все такое влетает. Хиксуля. Воу, друг, давай, убиваю! Кого так он? Как он-то у кого, народ? Лоу, а... Нет, Даник Сыр спас! Он просто его последнюю секунду успел прожать! Нормальный парень. Наш тройной мультикаст. Улетай! Этому другу просто он. Берет и подходит. Лоу, влетает Айс Глаз, это минус. Да, это минус. ГГ. Все, ГГ. Парни, разоткнись. А, блин, по Икспуле и по Голдуле на сколько? За 30 тысяч преимущество за Дот 2 Хэм и по Голдуле тоже за 30 тысяч. Вот это катка! Вот это интересно было. Ладно, все, я, наверное, на сегодня хватит. Да, я на сегодня хватит. Всем спасибо, всем до свидания, кто меня слушал или послушает и посмотрит запись. Ладно, всем удачи, всем пока, встретимся на пабе. И отключаюсь.